30 августа 2018 год, Харьков, 15:10 по Киеву. Я на Сабуровой даче, проще говоря, на дурдоме, кто в Харькове знает. Эйфелева башня, французский бульвар и Александр Невский. Вообще место, конечно, довольно уникальное. Тут можно с чистой совестью заявить, что я в дурдоме рядом с Александром Невским смотрю на Эйфелеву башню. И при этом не считать себя Наполеоном и быть вполне вменяемым человеком. Наполеон, кстати, загнулся много раньше, чем возведена была Эйфелева башня. Насколько я понимаю, Сабурова дача, психиатрическая клиника, кстати, очень знатная и древняя. Еще с Российской империи она была уже одной из крупнейших. Вон он, Александр Невский, кому-то приветственно машет. Ну и церковь, конечно. Или храм, я уже не знаю, как это называется.